В определенных кругах популярно мнение, что четвертый, пятый и подобные им размеры груди – это перебор. Ну, если только в определенных кругах. Самый же оптимальный для женщин считается, является второй, третий. Согласен? Нет, конечно. Маленький. Да, это маленький. То есть, опять же, напомню, да, что больше всего, если, опять же, брать про круги определенные, если мерить большинство, как люди там обсуждают, просмотры, типа там у кого сколько, именно такие аккаунты, в которых чики с повышенным размером тить, они самые популярные. Всегда. Самый вот этот разрыв. То есть, больше всего. Там, миллионы какие-то подписчиков. То есть обычные какие-то тити второго размера, никого так, ну, как бы, они не везде просто. Заходишь в любой вагон метро, там тебя будет все в них утопать. То есть, опять же, все же, ну, как бы, во-первых, это, как, ну, как бы, самое женское, что есть в жизни, это тити, да. То есть мы уже это обсуждали. Поэтому, естественно, чем они больше, тем, как бы, в женщине больше женщины воспринимается, и все. И к тому же, поскольку это, ну, на мой взгляд, примерно, меня, конечно, не изучал, но я бы так сказал бы, что, по статистике, я думаю, что процентов, наверное, только 15% женщин обладает повышенным размером тити, то есть от четвертого и больше. То есть в основном, как бы, поэтому, естественно, воспринимается как некий эксклюзив и еще больше радует. И все.